Уфанет здесь устроил праздник. Вот с детьми пришли, рисуем, пытаемся. Вы тоже рисуете? Я помогаю. У меня сын хочет, чтобы папа сыграл. Это весело. Наконец-то в районе происходят это праздники. Глава нашей, спасибо, что обязательно вот такие праздники надо проводить. Семейные, радостные и в центре главные. Чтобы главное все люди радовались. Играют дети, веселятся. И погода вот сегодня хорошая, как никогда. Очень клево. Всех поздравляю. Очень интересно, весело, самое главное весело. Вот у меня сын играет все игры, которые происходят в этом площадке. Мы очень рады, что нас главный глава сейчас этим радует, что можно с детьми ходить куда-то и радовать наших детей и семей. Здесь дают каждому шарик, флажок, многое другое, со знаком Уфанет. Ты почему пришли на праздник? А я не заметил. Больше тут рядом. А не мог не подойти. Я возмутился. Почему Уфа? Нет. Уфа есть. Для компании Уфанет очень ценно усиливать ту культуру, которая есть в поселках. И вот этот праздник, это, ну, такой апогей вот культурный наш. Наконец-то дождался то, что у нас здесь появился как бы Уфанет. Уфе мы всегда пользовались услугами Уфанет. И когда было предложение с первой стороны с компанией Уфанет, я, конечно, с огромным удовольствием принял это предложение. И очень рад, что у нас в районе тоже появилась Уфанет. И делает такие хорошие праздники. Но это еще начало. Ждем с большим нетерпением такие праздники. Вот племянникам очень интересно. К сожалению, не часто бывает, но вот в последнее время, как у нас новый глава приступил к должности, очень часто появляются эти праздники. Очень нас все радует. Надеемся, что все будет у него отлично. Мы сегодня хотим вручить ключи нашим детям, потому что у нас нет своих или чужих детей. Все дети нашего района – это все наши дети. Все очень понравилось, прям эмоции просто зашкаливают. Ну, сейчас, наверное, уже поедем смотреть дом уже с мужем. А так в ближайшее время будем переезжать. Честно, впервые я вручаю эти ключи нашим детям. Что радует, с одной стороны, что они сегодняшний день обеспечены жильем. Я живу в городе Екатеринбург на данный момент. Вот, я очень рада, то, что мне вручили квартиру. Хочу выразить огромную благодарность за то, что это наконец произошло. За все эти старания, которые они делали для нас, чтобы мы не остались на улице. Выдать квартиру, там, например, дом. Это вот одна задача. А вторая задача – обеспечить достойное, как бы сказать, проживание и условия. Проблемы с дорогой, например, да, то есть, которые мы будем уже решать в 2020 году. Но все-таки мы радуемся тому, что они включили, сегодня получили. У них хотя бы появятся свои квадратные метры. Ну, это здорово – жить в своем доме. Хорошо, что придумали вообще такой концерт. Все-таки не оставили без внимания, чтобы просто там вручили ключи там и все, отпустили. А то есть все с праздником. Все ярко, красиво. Я приехала с Бетинки, с папой и братом. С детьми я приехал в гости к дяде. Все красиво. Не знали, что попадем на праздник. А откуда приехали? Из Первоуральска, Свердловская область. Сегодня за ягодами сходили, ягодки пособирали. У нас ягод таких нету. Это внук, там у меня еще внучка есть. Откуда приехали? Из Султанбекова. Как праздник вам? Очень даже понравилось, очень даже красиво. Очень даже детям так хорошо тут. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех. У тебя все получится.
с каждым днем все больше и больше нас становится. Мы все занимаемся нашей одной большой целью – подключением наших абонентов. Вот оставила заявку на подключение. Все так ярко, оранжевое, так все прям привлекает. Неоднотипно, хочу сказать. Сразу заметно, что такой там праздник. Что могу сказать по аскинцам? Они очень открыты, очень добрые, очень дружелюбные. И вот, ребята, у нас есть группы с ребятами, да, в мессенджерах. И ребята постоянно скидывают, как жители кормят их, поят чаем, пирогами. Это очень здорово наблюдать. Ой, все площадки, по-моему, посетили. Детям веселье надо. Я рисовала. Еще что делала? Рыбки ловила. У меня братишка играл в игры с рыбалкой и в Angry Birds, а также собирал скелетом. Праздник очень понравился. Я надеюсь, что каждый человек провел свое время на отличном. Рыбу ловил. Рыбу? Много рыбы поймал? Было очень круто. Я играла сильно. Кольцо забрасывала. Хоровод водили еще. А фейерверк какой был? Огромный. Огромный фейерверк был. Понравился? Да. Там зеленый и какой-то еще свет, не помню. По настроению можно понять по людям. Да, все счастливые, все радостные. Наши сотрудники тоже радостные. Люди не уходят. Вот праздник продолжается, это очень здорово. Вот внуков еще развлекаю. Внуков найти после праздника не можете? Не можем, у меня их много, гости приехали. Сколько? У меня их четверо тут, да, еще соседских трое. Даже сон перебили, вышли сюда, пожертвовали сном. Сильно устала, сейчас хочется домой, но они еще не хотят. Это не единственный праздник в Аскинах. Мы открывали офис, сегодня сделали праздник друзей. 25 июля мы сделаем грандиозный праздник для всех аскинцев. Это праздник совместно с телеканалом «Тугантель». Туда приедут наши башкирские, татарские звезды. Будет очень круто. Причем уроженцы Аскина будут, да? Да, кстати, на телеканале «Тугантель» очень много уроженцев села Аскина и Аскинского района. И это тоже очень здорово. Прекрасней в мире нет земли, это наш край родной. Здесь поют все соловьи, это наш край родной. И мир...